Здравствуйте. Основу всех противоэпидемиологических мероприятий составляет именно ограничительные мероприятия в виде карантина. Очень важно разобщить больных пациентов и здоровых людей. Тем самым мы предотвращаем распространение инфекции в массы. В данный момент эпидобстановка на территории Ульяновской области по коронавирусу благополучная. Но, тем не менее, порог по острым респираторным заболеваниям, по гриппу, все-таки превышает среднестатистические цифры. Поэтому еще раз напоминаю населению, что очень важно разобщаться. Следующая неделя у нас объявлена нерабочей для определенных групп людей. Поэтому займитесь домашними делами. Очень важно ограничить посещение всех мест массового скопления населения. Но при этом не забывайте о ваших пожилых родственниках и друзьях. По возможности помогайте им. Сходите для них в магазин за продуктами, в аптеке за лекарствами. Помогайте друг другу, но, повторяюсь, избегайте контактов друг с другом. Тем самым мы предотвратим распространение инфекции на территории Ульяновской области и спасем многие-многие жизни.